Доброе утро, друзья! На канале ЗАП-ТВ к этому часу, как всегда, программа «В этот день». Наступила пятница, лето все ближе, и пора посмотреть, чем же интересен сегодняшний день. А прежде всего тем, что сегодня отмечается праздник, объединяющий всех славян. 24 мая значится как День славянской письменности и культуры. Все потому, что в этот день мы чтим память братьев Кирилла и Мефодия, которые жили в 9 веке нашей эры в Салониках. Это территория современной Греции. Именно от них и пошел в мир русский алфавит, который затем назвали азбукой. Первые правила написания слов, первые рукописные книги на славянских наречиях – все это появилось благодаря Кириллу и Мефодию, потому с 11 века этот день и значится как праздник славянской культуры. Профессиональный праздник сегодня в России отмечают те, кто отвечает за все передвижения по карьерной лестнице, фиксирует их, оформляет как положено. Сегодня празднуется День кадровика. Отделы кадров сегодня есть на каждом более-менее серьезном предприятии, в каждом учреждении. А появились они у нас в стране именно в этот день в 1835 году, когда было принято особое постановление, регулирующее отношения работодателя в лице хозяина фабрики и работника, поступающего туда по найму. А в 1900 году, 24 мая, на воду был спущен знаменитый крейсер «Аврора». Интересно, что в церемонии спуска участвовал и сам император Николай II. Пройдет 17 лет, и надежды на возврат монархии будут окончательно похоронены выстрелом из пушки на этом корабле. И еще один факт из истории. 99 лет назад в этот день из печати вышел первый номер газеты «Комсомольская правда». Весь советский период это издание было самым популярным у молодежи. Оно поставило мировой рекорд по тиражу, который превышал 22 миллиона экземпляров в день. Газета поднимала острые социальные вопросы, инициировала дискуссии и знакомила читателей с новыми авторами, большинство из которых затем стали известными журналистами и писателями. Газета выходит и сегодня, но формат ее давно уже изменился. Теперь это в основном хроника светской жизни и прочие развлекательные материалы. А еще одна дата очень понравится тем, кто любит активный образ жизни и необычное времяпрепровождение. Сегодня отмечается День валяния на траве. История этого праздника неизвестна, зато известно, что молодая весенняя растительность по древним преданиям защищает от напасти и дарит силы. Потому валяйтесь на здоровье, а мы ждем вас, как обычно, завтра утром на канале ЗАП-ТВ.